Пытался сэкономить, однако попал на большие деньги. Белорусские таможенники задержали водителя фуры, который хотел незаконно перевезти через границу незадекларированные запчасти. В документах было указано, что в автопоезде находятся детали для автомобилей. Впрочем, после проверки оказалось, что их количество как минимум вдвое больше. Речь идет о более чем 200 единицах. Это дизельные моторы, капоты и подвески. Таким образом, мужчина хотел сэкономить 8 тысяч белорусских рублей. Однако теперь почти такую же сумму придется выплатить в качестве штрафа. При этом незаконный груз изъят. В отношении водителя начат административный процесс.